Добрый день. Сегодня мы уехали пораньше немножко с пляжа, потому что погода портилась. Ну, и в дороге нас застал небольшой ливень. Мы свернули вот в такое красивое место. Называется Дюсит Паттайя Лейк. Очень красивая территория. Вот тут гуси. Наверное, ручные. Не знаю, нет. Наверное, не ручные. Но не сильно-то они и боятся. Ну, собственно, вот такое вот озеро здесь. Исходя из названия, озеро должно здесь быть. Ну и комплекс вот таких вот домиков. Так, тут есть инструкция на трех языках. Ага, тут даже можно рыбу ловить в этом озере, но только для тех, кто здесь живет. Прикольно. Ограничение скорости. Ну так, стандартные правила, в принципе. Красивое озеро. Ну, территория просто шикарная. Посидеть можно вечером вот возле озера. Какие-то тренажеры есть. Дождик так и не заканчивается, но, судя по небу, наверное, скоро закончится. Так, ну сколько стоит проживание здесь, мы не знаем. Ну и узнавать, наверное, не будем, у нас нет такой цели. В принципе, в интернете, наверное, есть информация. Я повторюсь, мы сюда свернули просто от дождя. Ну, как бы красивое место. Ну и действительно оказалось очень красивым. Так, дождь усилился, мы не будем тут сильно задерживаться. Место очень красивое, сколько стоит, не знаем, поэтому я побежал в машину, и мы, наверное, потихоньку уезжаем. Ну, если мимо опять же ехать, в принципе, заехать можно, посмотреть. Может быть, договориться, даже и порыбачить разрешат в этом озере. Всем до свидания, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Хорошего всем отдыха.